Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Far Cry 3. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и... Погнали! Что это за ложки? Это, знаете, копательные садовые ложки, похоже, да? Ля-то молодец какой! А это электричество, да, я так понял, днем? Нет, это флюгер, просто флюгер. Эх! Ну ж, давайте приступим, поговорим за Эрхарием. Так. Мужчина! Как мне войти сюда? Дом кто-нибудь есть? У них тут арсенал. Мужчина! Ребята, посмотри, кстати, двери как в каташке пятой прям. Мужчина, здравствуйте! Что за наркомания тут? Вы что тут делаете? Нравится что-нибудь? Мне лично нравятся красные. Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана. Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, что за прокуренный наркоман какой-то? Да, я Джейсон. Дэнни сказал, вы можете помочь, и что у вас мой друг. Один из друзей? Попозже зайди. Я еще не варил. Кто? А, так... Так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Я-то думал, ты просто шифруешься. Где? В моем же доме, сэр. Что? Здесь. Дейзи! Дейзи, ты меня слышишь? Мать моя женщина, где ты, женщина? Дейзи. Так, тут еще и, кстати, и алмазики давайте у нее сразу тоже заберем, сокровище. Так. Кстати, знаете, на что мне напоминает, ребят? Раз, два, три, это Гарри Поттер, теплица. Так, и с другой стороны, с улицы, да? Теплица из Гарри Поттера. Травологии. Вам не кажется? Прям похоже. Хотя по теплице, в принципе, все на один вид. Смотрите. Какой такая теплица? Дейзи! Дейзи, мать моя! Женщина, где ты, Дейзи? Она же наверху, наверное. Дейзи, любовь моя! Или кто она ему? Дейзи, ты уже на кроватке. Дейзи, как ты себя чувствуешь? Дейзи, ты меня слышишь? О, у нее жар. Да, конечно. Когда я ее нашел, у нее был порез на руке. Это само по себе еще не страшно. Но она... Прошла через заросли антиарис токсикария. Чего, чего? Упос. У них ядовитый сок. Я ввожу ей противоядие каждый час. Каждый час. Боюсь, скоро понадобится очередная доза. Я только что смотрел в коробке. Там пусто. Где можно найти еще? Ты нам пару пещерных грибов принеси, и все будет хорошо. Поищи на утесах. На западе. Спасибо, доктор. Мы не хотели мешать. Да ничего. Главное для нас обоих, чтобы девочка выжила. Кстати, как будто из фильма ужасов смотреть. Это как его? Как игра называется, блин? Resident Evil, что ли, да? Что-то похоже. Грибы. Дом, кстати, такой прикольный сделали. Не знаю почему, но он мне так нравится. Так, отлично. Тут еще у нас... Что нам, на грибы нужно принести? 200 метров, в принципе, находит не так далеко. Давайте сбегаем с грибочками. Так, здесь спуститься может? Безопасно! Тут, кстати, еще один. Не будем упускать возможности заработать. $28! Эх ты, офигеть! На $28 может кучу закупиться. Сколько там свиньи тут, слышите? Маленькие свинюшки! Ты... Ой, это не маленькие свинюшки, это... Это не маленькие свинюшки! Это...
Хищные свинюшки. Имеющие такие. Где этот человек? Мы его сейчас именно костреляем. По нашей территории будет ходить. Он не сказал, что пещера под водой. Он вообще ничего не говорил про пещеру. Ну ж, поплыли. Так, давайте вдохнем. Так, давайте я попробую еще. Господи, ты мой, да. Поплыли, быстрей. Я хотел с ним, правда, дыхание этот задержать, посмотреть, получится им ли. Хотя он же еще и плывет, энергию тратит. Надеюсь, доктор спятил не до конца. На этом острове, походу, ни одного только доктора. Прыжок веры. Какой веры? Я не хочу делать прыжок веры! Буль! Так, пульяном давай. С моклыми руками все правильно, она же не скользит. Тихо, тут прыжок надо. Опа! С разбегу. Еще одна Елена. Как хорошо, что у меня руки не мокрые после воды. Эх. Что такое? Наркомания! И тут, и в третьей части, блин, и в четвертой. Везде это наркоманы. У них из разработчиков, походу... У них из разработчиков, похоже, кто-то по-любому там что-то подкуривает. Потому что в каждой части эта наркомания присутствует. Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. What? Впрочем, не чё, полностью. Что происходит? Давай. Лечу я, а я иду вообще по... Человек иногда через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Теперь стена, это по мой пол. Мне дали роль. Какой порно-студии? А что с остатком отпуска? Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе. Кстати, грибы, знаете, на что похожи? На из Скайрима грибы, водные грибы, морские грибы. Мне что, кстати, похож. Как друзей? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Райли, твой младший брат. Будь взрослей. Эй, Джей, ты придешь отменить мою лицензию пилота, да? Что за страшный дом? Прости, я занят. Им точно ужастик из Resident Evil надо создавать. Эрнхард? Ты что, удаляйся от меня. Я прям жутковато, если привет. Честно. Что происходит? Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. Наркомания. Ха! Гран? Так, а куда теперь? Грибы. Ага. What the fuck? А? Теперь хпшка вот зато полная. Не бойся, это всё лишь летучие мыши. Хотя бы несколько бы сорвало, что-то один сорвало. Штуки 3-4 надо было на запас, может потом еще для себя что-нибудь. Так. Что за пушка? И долго там был? Ого, долго я там был, что все этот? Я перенесся. Так, куда нам теперь? Профессору, а где мы? Ёшкин кот! Мы можем как-нибудь тут подняться? Я не вижу лиан никаких. Ну, пойдемте, значит, через долгий путь. Кстати, Uncharted чем-то напоминает вот сейчас вот эти скалы. Я, правда, не играл, но видел, типа, сюжет, ну, типа, похоже там. Вот эти скалы, лианы, пещеры.
Можно для превью их что-нибудь сфоткать, то вот сейчас вот эти уберутся, надо бы они грибы уберить. Все. Во. Может для превьюшки использовать. Я просто для превьюхи кадры беру из игры. В принципе. Профессор! А что, дверь закрыта? Как пойти? Профессор Трелони, я принес вам. О, Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Что за жуткий смех? Я принес грибы. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Сейчас такой уйдет, а он сожрет его, смотрите. Взял, сожрал. Такой, спасибо за гриб, конечно. Я бы в эту пещеру уже... Возраст не тот. Блин, они так классно сделали, не знаю. 2012 год, ребят. Мне это все, так все нравится. Как они уютненько дом сделали. Как ты? О, рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен, даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Нифига себе, у него силен хватило. А потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи! Нет! А, она девушка, походу, моего брата была, да? Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. О, господи ты мой. Она типа клише, знаете, этот вещь такая. Конечно же. Так ты должен его убить. Право не стоит. Да стоит, стоит, давайте поцелуй хотя бы вас. Я ищу своих друзей, вашего брата. Да, да, это было бы смешно просто. Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор. Дайте ему привести их. Иначе они умрут. А я отплачу, чем смогу. Агнес. Такая пауза такая должна быть. А я отплачу, чем... Как чем я могу смогу. Тебе отказать? Любовь твоя, все? Конечно, пусть сведет. Ого. Теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. Я в порядке. Парочка какая-то за руку же хватает. Я поищу остальных. Так, кто-то еще и пришел ко мне, блин. Сейчас, секунду. Вот. О. Туда.
Давай, пришли соседи, короче, спрашивают меня про газ. Я говорю, какой газ? Они говорят, вы когда платили газ? Я говорю, не стою я никогда. Я стоял сейчас, короче, в коридоре, короче, еле-еле от них отвязался. Они говорят, вы когда платили газ? Я говорю, не знаю, мама платит, короче, она сейчас на улице, короче, говорит, а вы по какому счетчику, типа, по какому тарифу платите? Я говорю, я не знаю, какой тариф. Кошмар. Вот так. Джейсон, нашел подругу? Да. Она в порядке, спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузы? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Будь воина, Джейсон. Кстати, карта тело. Такая маленькая, если честно, вот эти, вот это и все. Татау привезет тебя туда. Потому что вот эти горы, вот это же все, типа, как это, картинка же, это же не настоящие скалы. Так, Татау говорит. Татау, милый мой Татау. Ух ты, нифига себе, куда нам нужно. Вот такой островок. Кстати, тут еще, правда, есть вот этот островок. Я не знаю, он скрыт пока, походу, от нас. Ну, давайте отсюда доберемся, но отсюда ближе будет. Так, переместимся сюда. И, короче, давайте, соседка, короче, спрашивает. Не знаю, она мне на вопросы в 6, наверное, задала. Я говорю, я не знаю, говорит, женщина, отстаньте от меня. Так смешно было. Я, короче, сижу тут ролик записываю. Анна подходит и давай спрашивать меня про газ, про то, что маленькие такие песины бегают и смешно так. Что такое совет? Новый рецепт, изготовить снабжение, изготовить... Я понял вас, сударь, понял. Так, это я тоже понял. Да хватит мне, вот я, кстати, не любитель, вот они что, прям назойливо, знаете, так, тебе... Нет, я обучалки учат тебе. Так, мы, наверное, поедем, да, с вами? Как поедем? Какой дорогой? Вот этой дорогой, вот так. Ага, вот, все, налево сейчас нам нужно. Все нормально, поехали, ребят. Аля, ты посмотри. И на марке будем ехать. Ну, садись. Дальше, как я помню, что-то по прямой дороге же там был. Ну-ка. Где я себя потерял? А, ну да, все, по прямой дороге просто ехать надо. Надеюсь, бандиты нас не встретят по дороге. Тихо-тихо, судари. Кстати, столько этого бамбука растет, смотрите, офигеть. Нет! Так, теперь. Я, кстати, даже проехал поворот, так. Я понял тебе. Спасибо, мирные жители меня спасли даже, можно сказать так. Они-то за мной, считай, бандиты поехали и потом нарвались на мирных жителей. Тихо, не упади, главное. Только 230 метров, да? Все, дальше мы не проедем. Давайте алмазики мы соберем. Это во-первых. Где он тут? Так. Раз.
потом боеприпасы найти, алмазики же будем покупать и два. Я вот, конечно, надеюсь, заколебал вас, но Dead Island, вот. Кто играл первый Dead Island, ну он единственный, конечно, Dead Island. Тот, типа, помнит эти места похожие. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Так, он один, что ли, тут? Так, где-то у меня лук вроде был. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Так, давай стрелу возьму у нее, наверное. Ой! Ой, бога ради, извините меня, ребят. Что это у меня? Давайте, во-первых, пометим их. А желтый это что значит? Это генерал какие-то или какие-то особые, да, походу? Так. Как же мне их завалить? Они еще вместе тусуются. Так, скрывайте и тихо убивайте. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, ты пойдешь чекнуть, что там? Такое, что это такое? Слушай, а ты остановись, пожалуйста. Я бы тебя тоже убил бы. Больше никого нет, нет. А вы быстрее бы. А, никого. А это кто? Блин! Нет, нет. Я, кстати, успел убить его в тот момент, когда он. Блин, а этого не успел убить. Или чё? Ничего не будет? Да, походу ничего не будет. Ага, мы какие-то ключи, кстати, нашли. А это наверху, походу, корабля, да? Так, а ты один? Ага, один. Да серьезно? Ну давай по автомат, я же один раз, сколько раз нашел. Так, я специально сейчас не хилился, хотел умереть. Как такой башбуш-то? Башбуш-то, милый мой башбуш. Как я два раза мог промахнуться? Стоит оглядеться. Как я реально мог промахнуться два раза? Так, подожди. Эти мертвые. А, я ключ взял, все. Я понял. Я когда ключ беру, значит. А он тут один. Странно, это работает. Ну хорошо.
У тебя должна сохранялка быть, да? Ты где-то тут, товарищи. Я, правда, их не вижу. Ага, вот один. А вот второй. Эй, там кто-нибудь есть? Нет, там никого нет. Кстати, вот это вроде далеко отошел. Так. Кстати, он не с первого раза почему-то тут понимает, как это, знаете, задержка при нажатии. Я когда нажимаю на единицу, он не всегда достает оружие. Все, проникните. Ага. Где у нас? Блин, по 28 долларов. Да блин, залазь ты уже. По 28 долларов, что ли, все лишь? Тогда нет смысла. Эти все кейсы специально искать. Так. Если только будут попадаться, вот как этот, допустим, попался рядом. Уменьшается урон. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На Медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Как? Мы ближе всех! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне! Я готов. Сейчас или никогда. Вот как они подняли тревогу? Они, по идее, не должны были никак находить меня. Ага. А самое наверх давайте поднимусь я. А тут будет легче. И где он меня видит? Так. Сюда еще можно? Еще можно выше. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки. Тихо-тихо. Дайте я вас зафиксирую. Спокойно, ты просто ищешь. Тут ничего. Поставьте краю, ставь. Если я из этого орудия. О, нет, можно. Я просто, блин, боялся, если сейчас не попаду этот по голове. То он такой, ах ты, я, так кто меня? Ага, еще один. Они гуськом так идут. Вот как сейчас, допустим. Может, из-за того, что далеко он находится? Может, поэтому? Тихо-тихо-тихо. Аптечку принимаем. Вот теперь я тебя найду и убью. Там чувак еще лежит как-то
А почему он светится? Упустили его! Ищите! Да что, давай, давай, покажи уже. Восстановление ячеек частичное. Я понял тебя, друг мой. Блин, канат не могу. Не дают мне дальше пройти. Канат какие. Чучок, кстати, подсвечивается. Так. А ты как ко мне поднимешься, дружок? Блестяще надо говорить, а не... Эй, Деннис, я напал на медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Так... Аманаки? Ну давайте еще одно, в принципе, выполним. Блин, а как спускаться? А, вон. Давайте, в принципе, еще одно выполним. Аманаки, освободим их. И на сегодня, наверное, хватит. Так, где это Аманаки? Куда нам нужна? Вот. Куда даже можно переместиться. Кто вас хочет убить? Покажи мне. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ББ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васа. Легче убить. Угу. Сделаю. Да. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Понял, понял. Ладно. Тебя. Удачи. Вот что бы они делали, ребят, без американца, который прибыл сюда на путешествие. Так, боеприпасы, гранатомет. Что гранатомет? Что он светится? Гранатомет. Угу. Быстрая продажа. Боеприпасы. Это 700 метров, да? Где это у нас находится? 700 метров. Ага. Ближе всего, я даже не знаю, что ближе всего. Вот это или это? Вот это, наверное. Тут просто через... Ну ладно, давай. Давай, давай. Блин, два раза нажимать, я забываю постоянно. Где выход? А, вот. Вот же выход. Кстати, вот этот и бриллиантик так не нашел, где-то он тут находится. А, подожди, он же внутри, по идее, должен быть. Или не внутри? По идее, внутри, да. Вот он, да. Так, у вас, скажите, тут автомобиль есть? Блин, тут еще и животные есть. Чучелу нужны шкуру редкого золотого тигра. Так, а нам что нужно, ребят, с вами? Создание перемены, кстати, можем создать. А, можно будет находиться по запаху. Кроме того, пугливые животные не будут убивать при вашем приближении. А, лято, посмотри.
атаковать вас. Ага. Боевые даже симулятор появился. Огнеупорный. Усиление чувств. Кстати, вот это нужно мне, да. Давайте. Да, на бок. Ну, на 8, наверное. А почему? Сумка 12 написана. Ну ладно. Так. Большой рюкзак есть. Так, мы все улучшили, да, мы все улучшили. Все, животные нам даже не нужны, если честно. Ага. Сумка для гранат, сумка для мин, сумка для горючего. А я даже насчет этого не знал, офигеть. Надо будет потом. Нужно будет потом уделить этому внимание. Так, автомобиль, конечно, нет, да? По дороге пойдем, может, найдем автомобиль. Есть автомобиль, есть. Так, как мы можем проехать? Сейчас запоминай путь. Прямо. Просто прямо. Угу. В принципе, недалеко на машине. Так, стойте, стойте. А какой там нужен снаряд для охоты? Не-не-не-не-не, вот боевые. Какой нужен? Пунцовый. А какой пунцовый? Я откуда знаю, что пунцовый? Так, пунцовый это у нас белый, янтарный, аловый, зеленый пунцовый. Тут не нарисован даже, кстати, пунцовый. Какой пунцовый? Сидь. Нет такого растения, пунцовый. Что вы придумали? Это пунцовый. Придумают себе тоже там. Так, доберитесь до наблюдения пункта. Ага. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Так, ну вот сигнализация есть. Сейчас я помечу просто кого, тех, кого я вижу. Хотя бы. Угу. Игорь, это хорошо. Ну и давайте минусовать тех, кого мы можем. Кто ближе всего находится к нам. Тихо-тихо, народ. Куда это позвонило? Так, а ты сидишь, что ли? А что ты сидишь? Посмотрим, что там. Сидит, главное, смотрите. Так, тише, тише. Главное не шуметь, ребят. Вот это из лука я попробую, наверное, убить.
Так, а ты где еще? Подкрепления не будет. Эй! Я тебя урою! Я включу сирену! Ого! Так, давайте я перезаряжусь сейчас. Ага, перезаряжаться нечего. Так, давай перезарядись. Терно. Четыре секунд, какого фига? Быстрее, выходи! Беги-беги. Отлично, покидай территорию. Выходи, выходи. Так. Так, а со мной ничего не говорить не буду, так ты, эй, чувак. Или надо отбежать еще дальше? Ага, вот, готово. Отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это ага. Одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Я понял тебя. Налет на тюрьму. Но это завтра мы, в принципе, устроим, ребята, с вами налет на тюрьму. Так, что там прогресс? Они говорили путеводитель, рюкзак. Где он прогресс? Путеводитель миссий. А блин, а тут, кстати, все миссии показаны, да? Тут не показано, где главные миссии. Хотя главные могут звездочками показываться. Я не знаю, не знаю. Эхи. Ну что, давайте, ребят. Ритуал вы знаете. Подписка, лайк с меня. Видос. Обязательно комменты не забывайте. Ну, а завтра с этого же момента и продолжим. Давайте, с вами был Лайков Гейм, и всем пока!